Слушайте, люди добрые, что говорят у нас, сказывают, какие сказки нынче рассказывают. Было ли оно или не было, правда ли то или нет, а я вам все ж поведаю. На земле предков наших великомудрых, испокон веков живущих на земле матушки, есть страна великая и могучая, Союз Советских Социалистических Республик. Потому что была в ней сила несокрушимая, дружба братских народов очень крепкая. Жили они по правде и по совести, истину рода славного ведая. И дружили они странами, как 15 братьев не разлей вода. Нечего было им делить, общее все было, потому и жили мирно и счастливо. Детей растили, да старость почитали, землю-матушку пахали, да урожай собирали, заводы и фабрики строили. Время мирное было, да спокойное. Рубежи страны той великой охраняли богатыри русские, зорко да надежно, потому враг никакой не мог победить народ ее, как ни пытался только. Много раз нападал войною жестокой, и каждый раз отпор получал пуще прежнего. И стал считаться народ советский страны этой великой непобедимым. Тогда задумал враг лукавство хитрое. Прикинулся враг лисою ласковой, посулил жизнь безбедную, капиталистическую, собственность частную, да поездки дальние в страны заморские, зарубежные. И пустили в дом лису хитрую, лису лживую да коварную, люди русские душой широкою и доверчивой. Перестали они жить по совести, о труде честном позабыв, стали менеджерами, брата ближнего обворовывая. Как оставил народ свои должности, все посты и чины важные, и, покинув родину малую, все на заработки поуехали в города большие, города каменные. Опустела земля-матушка без хозяина, заросли поля травой сорняковую, некому стало исполнять разные должности, должности важные, государственные. Разделили страну, Русь великую, на 15 частей и немаленьких. Враждовать начали меж собой братья меньшие. Невдомек им одурманенным, кто виновник их бед нескончаемых. Так прошло время, много ли, мало ли, аж лет 30 почти незаметные. Изменилось все на Руси матушке. Честь и совесть давно позабытые. Деньги правят людьми, злато-серебро. Невдомек им, что, разрушив страну ту великую, враг над ними теперь потешается. И задумал он дело-то темное — истребить весь народ до последнего благородного, славного русского, первородного, чтоб обманным путем унаследовать белсвет Русь, землю-матушку и богатство народа великого. Применив колдовство НЛПшное, усадив весь народ к зомбоящику, усыпил лис коварный народную бдительность, затуманил людское сознание пропагандой разврата и зависти. Прошивая народа психику, смотрят в окна домов ретрансляторы, убивая людей онкологией, распыляя химтрейлы по воздуху, продавая продукты с отравою, добавляя и в воду дрянь всякую. Пока разум у всех затуманенный, разоряет враг земли российские, разграбляет заводы да фабрики, засоряет он реки широкие, да озера Байкала глубокие, дозволяет дракону китайскому жечь леса все кедровые, да места заповедные, вырубая гектарами богатство страны нашей, тайгу-матушку. Обратив весь народ в быдло стадо домашнее, позабывших, не помнящих рода великого, записав всех под номером СНИЛСа фашистского, как товар,
как физических лиц, как раба недееспособного. В непонятной системе ЕСИ превратил он в электронный концлагерь Русь-матушку. Ужаснулся народ от бесправия. Стал он видеть системы коррупцию. Отбирают детей у родителей, отбирают жилье, да единственное. Обложили народ весь налогами, подсадили на иглу ту кредитную. Расцвела на Руси трансплантация, потроша втихаря всех на органы. И торговля детьми-педофилами до убийства людей на алтарь приношения. Теперь, видя свою безнаказанность и решив, что победа получена, враг проклятый совсем распоясался. Не скрывая своих злых намерений, он обманом, подложным и подкупом неосознанных граждан выполняет безумный план Далласа, да руками предателей рода человеческого, тех, кто присягу давал на верность родине. Объявив эпидемию странную, вируса в принципе не смертельного, проводя медицинские опыты, змей коварный, под видом заботы о здравии и предлогом вакцины от вируса, приказал вакцинировать воинов, защищающих род человеческий, еще тех, неосознанных, что спят сном летаргическим, чтоб навеки расправиться вечные с потомками рода небесного. И нависла тьма зловещая над землей нашей священной. Закружили воронье да стервятники в ожидании кровавой добычи. Подготовили жатву нам изверги. Да не сбор урожая, как мы думали. Подготовили смерть сатанинскую. Да не волю в мучениях фашистскую. И узрил славный сын рода высокородного, благородного, первородного, как Кощеево дикое племя на костях народа русского пляшет, чудовищно зверским кровавым пиршеством уже победу празднует. Превратившись птицей огненной, получил он силу рарого сокола и стал он воином света доблестным. Самый первый он поднял знамя красное, самый первый встал он на защиту Отечества, самый первый он кинул клич богатырям русичам. Эй, вы воины славные русские, вы присягу давали на верность родине, просыпайтесь, земля в опасности. Пришла беда, откуда и не ждали мы, из-за черных гор. Завоевала нас войско темное, нет у нас и пяди земли матушки, все буржуями подлыми захвачено. Не хотят просыпаться русичи, беды не чувствуют. Сладкими речами да колдовством лукавым руки опутаны, сердца равнодушием скованы, душа пороком наживой зависти заражена, потому как не визжат пули, да не грохают снаряды, не горят города да деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, да от снарядов в погреба прятаться. Не надо от пожаров в лес бежать. Бьется русич наш, богатырь-сокол ясный, не на жизнь, а на смерть силой темную. Как взлетит вихрем огненным, да как спустится молнией смертоносной, так, что гром божественный, как набат, гремит, отражаясь от земли матушки. Небо горит ярым огнем, метаются шары молнии, бой неравный идет. Понимает он, что не одолеть ему в одиночку войско вражеское. Снова клич богатырям русичам. Эй, вы воины славные русские! Вы присягу давали на верность родине. Просыпайтесь, земля в опасности. Пришла беда, откуда и не ждали мы, из-за черных гор. Завоевала нас войско темное. Нет у нас и пяди земли матушки, все буржуями подлыми захвачено. Да не слышат воины русские, крепко колдовство держит разум страх до пособничества.
Тогда обращается Рарок Сокол Огненный, да ко всему народу русскому. Благородные граждане, вспомните, чьих потомки сегодня вы будете. Ох, негоже ведь славному роду славян и ариев на коленях валяться пред нечистью. Ну-ка встаньте вы в рост богатырский свой, да всеми 15 братьями, и стряхните остатки морока. Обведите вы взором хозяина, что же с родиной нашей стало вдруг. Да верните себе уважение, силу духа и мощь нерушимую. Где достоинство? Смелость безудержная для отваги, врагов так поражающая. Проявите вы волю свободную, разорвите вы цепи коммерческие, осознайте, что за ничтожную кучку бибариков, а по сути бумагу резаную, мы все вместе попали в неволю фашистскую. Содрогнулись от ужаса граждане, морок спал. Как же так? Жили-жили мы, думали мирно и счастливо, и обмана такого не видели. Да неужели ж мы врага не победим? Да неужели ж землю родную гаду отдадим? Да неужели ж обречем своих детей на погибель рабскую на 3000 лет? Нет, не тот пропал, кто в беду попал, а тот, кто духом упал. Родина у нас одна, и она в опасности. Значит, всем стоять плечом к плечу. Пекарь, лекарь, слесарь, учитель, студент, водитель. Так было в России с далеких времен. Чем страшнее враг, тем крепче кордон. Просыпаются воины русские, разминают затекшие косточки, брови хмурят и сердятся. Ой, не нравится им на Руси ситуация. И задача стоит очень сложная. По законам военного времени вернуть мир и порядок на священной Руси, на земле матушки, да без единого малого выстрела. И потомки народа великого, распознав то коварство безмерное, изучив все законы ничтожные, что им враг навязать так пытается, проявили свою волю свободную, разорвали они контракты и договоры, и, покинув все должности менеджерские, вспомнили родину, самую светлую, где так вольно и сладостно дышится. Вспомнили землю родную, бескрайнюю, запах пашни и трель соловьиную. Все вернулись на службу родине. Заполняются посты государственные, выполняя задачи срочные, исправляя ошибки прежние. А предатели родины подлые, те, кто предал народ под присягу, по законам военного времени, в жутком страхе теперь сидят в клетке, как зверь, ожидая своей горькой участи. Кто украл что, вернуть должен, да с процентами. Кто разрушил что, восстанавливать будет, да крепче прежнего. А кто убийцей был, душегубом фашистским, прихвостнем, тех ждет суд, трибунал за преступление над человечеством. Пробуждается страна огромная, Русь бескрайняя, ширь земная да необъятная, колосятся поля все посевами, а сады, ох, как хвалятся урожаями. Птиц невиданных да диковинных трель разносится, песнь хвалебная. А в лесах бьют ключи, превращаясь в ручьи, русла рек наполняют, глубоководные. А вода как чиста, что питает луга с полевыми цветами красоты-то невиданной. Слышь, дубрава шумит, кладовая Руси, леса кедровые, величественные, да заповедные. Воспрял духом народ единый по крови, народ великий и сплоченный. Закипела, забурлила жизнь на земле русской. Засучили рукава, да трудиться стали и стар, и млад. Да как очистили землю нашу кормилицу от хлама и мусора,
а реки наши от ядов и химии, как построили вновь все заводы и фабрики. Нарастает темп плановой экономики, как деды наши и прадеды все по плану вели, да по законам природы матушки. Происходит самоорганизация живой материи в системе безденежной, где каждому свое, на благо всем, да с коэффициентом полезности обществу. Разработаны и запущены в дело новые технологии, экологичные да экономичные, на эфире основанные. Далеко шагнула советская наука. Самолеты бестопливные бороздят просторы нашей Вселенной, осваивая родную солнечную систему и развивая экономические и дружеские связи с инопланетными расами. Чудеса техники невиданные пришли на помощь человеку. Оттого не нужно стало трудиться с утра до ночи. А живет человек теперь в благости да в радости. Больше 145 лет, встречаясь при жизни да с 5 своими поколениями, 125 внуками и правнуками, став достойным старейшином рода славного, имея важность своего голоса в управлении страны. А достигшим гражданам совершеннолетия требуется написать свой план жизни, как жить хочется да можется, и тут же все исполнится. Соединились все страны северного полушария планеты Мидгард, расширив границы Руси-матушки, да от самого северного полюса и почти до экватора. А все благодаря грамоте Александра Филипповича, царя Македонского, где написано, что во владычество дана нам, благородным по роду славянам, славный дар богов, земля Дария, Тартария, Царство Русское, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик. А в управление вся планета Мидгард-Земля. И чтобы войн на планете не было, и народам делить было нечего, объединились все страны планеты Земля и стерли границы их разделяющие, образовав один большой союз, обновленный Союз Советских Социалистических Республик. И зажил народ всей планеты мирно и счастливо, предков своих великомудрых чтя, в чести, в разуме и совести, служа Родине, своему народу и роду, сберегая природу планеты самой благодатной, самой прекрасной и цветущей. Вот и сказки конец. Сказка быль, да в ней намек, добрым молодцам урок. Друзья, вы прослушали сказ, автором которого стали мы. Я, моя душа и дух. Хотим сказать, что мы не писатели, авторских работ у нас еще нет. Но это не значит, что их не будет. Как же получилось это произведение? Думаю, что высшие силы через образы, которые мы постарались донести до вас в сказе, через нас обратились ко всем землянам, особенно к советскому народу, к тем, у кого есть совесть и кто еще не проснулся. Нам кажется, что чем сложнее ситуация, тем сложнее должно быть ее решение. И самым сложным, как оказалось, сделать самое простое – это договориться друг с другом, найти взаимопонимание. Что же может нас соединить? Соединит то, что позволит выжить всему великорусскому советскому народу и всему человечеству в целом на планете Земля. Одна идея на всех. Задайте себе самый простой вопрос – какой мы видим жизнь, как в нашей стране, так и на всей земле. Так как мы сейчас живем, нам не нравится. А как же мы хотим жить? Вот когда мы поймем это, и у нас появится одна общая, идеальная картинка нашей жизни, тогда мы будем одним единым, божественным народом, который будет стремиться
к одной общей цели. Наше выживание в обязательном порядке зависит через восстановление этики и моральных ценностей, как одного человека, так и народа в целом. Когда народ теряет это, он идет по пути самоуничтожения. Нарушение этических норм ведет к разрушению. Жить по совести – путь к долговременному выживанию, а в некоторых случаях – к бессмертию. Давайте вспомним, что государство без пространства и времени, а также без народа, не бывает. После захвата органов власти и управления в 1991 году, организованной преступной группировкой, все учетные органы Союза СССР попали в руки преступников. Это значит, что в государственных органах нет данных о гражданах, нет баз данных. Граждан как бы нет, но есть народ. По законам войны и военного времени все граждане Союза СССР числятся без вести пропавшими. Минимум, который должен сделать каждый осознанный гражданин, это вернуться в правовое поле Советского Союза, встав на учет в Государственную регистрационную палату. Список ближайших регпалат вы найдете под роликом. Звоните в ближайшую к вам ГРП, заполняйте заявление и становитесь на госучет. Обращайтесь также и в Государственное управление кадров. И всем, чем только можете, помогайте восстанавливать Родину. Я благо дарю всем слушателям. Надеюсь, что сказка вам понравится и будет вам большой помощницей для пробуждения всех остальных. Желаю нам всем осознанности, смелости, храбрости отстоять свою Родину, а также энтузиазма, трудолюбия и творчества построить все заново, еще лучше, чем было. Все сказанное в части СССР касается всех предыдущих государств: Российская империя, Русское царство и так далее вглубь веков, в том числе и вширь, по всему северному полушарию Земли, от Северного полюса до Северного тропика, тропика Рака, как доверено нам на вечные времена грамотой Александра Филипповича, царя Македонского, государя монархии, где кроме нас еще 100 государств. Этой сказкой начинается флешмоб всех желающих по всему миру, всех, от детей до стариков, от мальчиков до мужчин, от девочек до женщин, всех языков, культур и образования. Пишите будущее не столько ближайшее, сколько далекое будущее с огромным количеством деталей для себя, своих детей и своей страны. Помните, не написано, не существует. Мечтайте, создавайте сами своими мечтами свое будущее от микромира до макромира. Это позволит высшему разуму и абсолюту собрать единый сценарий, учитывающий интересы всех. Форма подачи материала может быть любой, на ваше усмотрение. Длина произведения не ограничена. Творчество, творчество и еще раз творчество.